Добрый вечер. Приветствую, дорогие коллеги, новички. Давайте поприветствуем новичков, и я заодно увижу, как вы меня слышите. Хорошо ли меня слышно? Приветствуем наших новичков. Все дружно, классно. Молодцы, что пришли на сегодняшний вебинар. Сегодня у нас, как обычно, по средам школа новичка 3. И веду ее я. Сегодня расскажу в личном товарообороте. Я Нинель Подгорная. Немножко позже я расскажу о себе. А сейчас перед нами вот такой классный, шикарный слайд. Слышно меня? Поставьте плюсики, пожалуйста. А то меня немножко сбили. Словом, стартуем. Благодарю, благодарю. Бизнес новой эпохи. Я вас приветствую с правильным выбором. Мы сегодня в нужное время в правильном месте, потому что бизнес новой эпохи – это интернет-проект международного уровня. Основали его организаторы этого нашего интернет-проекта. Успешная, целеустремленная семейная пара, красивая, топ-лидеры, компанию Oriflame, наши вышестоящие спонсоры Розана и Кирилл Голуб. И основали сравнительно недавно, наш проект еще молодой, с сентября 2015 года, но проект уже зарекомендовал себя очень с хорошей стороны и очень хорошими результатами. Мы подтверждаем это. Проект объединяет, как видите на слайде, множество интернет-проектов. Лидеры, многие работают, уже у них есть стаж, есть опыт работы в интернет. И Розана и Кирилл взяли на себя ответственность, и мы за это очень благодарны, объединить всю свою структуру, всю команду в большой интернет-проект международный, называется «Бизнес новой эпохи». Численность нашего проекта уже больше 1500 человек. Это немало, правда, друзья? Мы видим, что для вашей раскрутки, для новичков, сейчас я обращаюсь к новичкам, работает целая армия профессионалов, опытных людей, и вам в этом очень повезло. Так. Немножечко так, чуть-чуть волнуюсь. Как я сказала, сегодня у нас тема «Как организовать личный товарооборот». Мы сегодня будем говорить о шопинге. Я очень люблю делать покупки. Что немного о себе, что меня привело в компанию. Я в компании 16-й год. И вот этот слайд подтверждает то, что многое зависит в карьере, в нашей жизни от доверия, от веры. «Увижу, поверю», – сказал человек. «Поверишь, увидишь», – сказала Вселенная. Что все начинается с веры. Сначала надо поверить. Для того, чтобы что-то получилось, для того, чтобы получить то, что ты хочешь в жизни, надо сначала поверить. А не ждать, что да вот, получится у кого-то, я посмотрю, тогда, может, и я подключусь. Надо сначала начать с себя. И когда мы начинаем. Так, у меня что-то слайд не сменился. Прошу прощения, у меня не меняются слайды. Так. Что же нам дает наш международный проект? Люди, когда мы приглашаем людей, первым делом задают вопрос.
что мне это даст или что надо здесь делать, что это за проект. С нашим проектом без отрыва от дома вы честно зарабатываете от 1000 долларов, говорю я, и это честно на самом деле так. Потому что богатые люди строят сети, а остальные ищут работу. Не надо сегодня искать работу. Мне когда-то понравилась фраза, как классно знать, что... Немножко по-другому скажу. Классно не задумываться, сколько денег у тебя осталось в кошельке. И этот проект даст вам эту возможность. Потому что мы эту возможность уже получили. Это очень классно, когда ты заходишь в магазины, которые продают другую продукцию, не продукты ухода за собой, не продукты wellness. И ты не думаешь, сколько тебе надо потратить денег, сколько ты сегодня можешь, и не смотришь на ценники. Это тоже очень классно. Поэтому мы здесь строим сети. Работаем в онлайн, со свободным графиком, без личных продаж, продавать не надо. Бесплатное обучение получают все, без исключения, кто этого хочет. И сопровождение, конечно, от профессионалов. Это очень хорошее предложение. В компанию невозможно прийти самому. Всех нас кто-то пригласил, кто-то привел. И сегодня Светлана очень интересно, очень хорошо говорила о спонсорах и наставниках на предыдущем вебинаре. Да? Мой наставник и мой непосредственный спонсор. На этом фото. Ирина Никишова. Я безгранично уважаю своего спонсора. Очень благодарна ей за то, что она когда-то обратила на меня внимание. Долго она не хотела на меня обращать внимание, конечно. Потому что, не внушала я доверие. Но я добивалась и действительно вот этот дух... Компанию Oriflame, снова цитирую Светлану, она сегодня говорила, что стань лучшим партнером для своего спонсора, для своего наставника. И я поставила перед собой эту задачу. Может быть, человек я такой. Если мой спонсор меня сопровождает, уделяет мне внимание, значит, у него есть на меня какие-то ожидания. И сегодня я благодарна, что мои партнеры такие же. Это Любовь Мокрая, это Вера Винник. Нам не надо задавать вопрос, не надо было с первых дней, сколько ты в этом каталоге сделаешь покупок, какой оборот ты планируешь. Мы планировали все наперед, мы делали свои баллы с первых дней. У нас был, когда я пришла в компанию Oriflame, был элит-клуб. Бизнес-класса у нас еще не было. Тогда в элит-клубе можно было, привилегия была такая, 4 наименования продуктов, не больше 10 штук каждого наименования. Если ты в элит-клубе, ты можешь купить, приобрести эту продукцию. Это те люди, о которых я слышала с первых дней и с которыми я впоследствии познакомилась на семинарах. И вот однажды Вика с Сашей Бычковой у себя в Стаханове праздновали 7-летие своего прихода в Oriflame. Это был грандиозный праздник. И мы собрались вчетвером, Ира Никишова, Алла Пророк, я и Люба Мокрая, мой партнер, поехали к ним на праздник. Где Харьков, где Стаханов? Мы туда добрались и вспоминали, что Виктория очень часто приезжала со Стаханова в Лозовую, беременная, чтобы развивать нашу структуру. Когда мы ехали, мы об этом говорили, потому что мы увидели, как сложноватенько добираться, было такой путь. И да, мы приехали в гости, мы у Вики съели ведро окрошки, пока были в гостях, выступили на семинаре. В момент нашего выступления
Погас свет в зале в ДК, в центральном ДК города. Это к большому успеху, сказала Виктория. И с тех пор мы применяем эту фразу. И представьте себе, вот почему я говорю, если хочешь иметь то, что никогда не имел, делай то, что никогда не делал. Мы это сделали, это было для нас новое, и меньше чем за год мы с Любой стали золотыми директорами. Мы с Ириной и с Аллой полетели на Канары. Вот это фото с острова Тенерифе, Канарский архипелаг. И действительно, ну поверьте, что все зависит только от вас, только от того, чего вы хотите в жизни. Ведь нам, смотрите, как повезло. Партнерство с крупнейшей европейской косметической компанией прямых продаж. Продукты красоты, здоровья, с которыми вы будете выглядеть и чувствовать себя великолепно. Возможность зарабатывать деньги и воплощать мечты. Возможность находить новых друзей и путешествовать по всему миру. С первых дней мне сопутствует такая фраза, я ее приняла, это правило, это как закон. Если процесс невозможно предотвратить, его надо возглавить. Процесс мытья головы, процесс чистки зубов, купания невозможно предотвратить. Представьте, какой классный и необходимый продукт. Мы всегда в струе. В военное время люди кусок хлеба меняли на мыло, чтобы покупаться, чтобы помыться. Это необходимейший продукт. И он будет всегда востребован. А значит, мы всегда будем обеспечены и не будем ни о чем переживать. Снова у меня что-то со слайдами. По памяти сложновато вспомнить. Может, мне... Мы сегодня говорим о смене магазина. Когда приходит новичок, дорогие новички, вы готовы к тому, чтобы сменить магазин? Ответьте мне, пожалуйста. Вы понимаете, что продукцию для ухода за собой можно покупать здесь. Представьте себе, вы директор магазина, завезли, закупили товар, но мы в Oriflame не закупаем товар, а вы открыли свой магазин. С шампунями, с помадами, с дезодорантами, с кремами, с зубными пастами и щетками, с ароматами. Идете утром на работу в свой магазин и заходите в магазин и покупаете себе зубную пасту в другом магазине. Скажите, это не смешно? Это было бы очень смешно. Поэтому поймите и поверьте, что вы директор магазина. Об этом я говорю своим партнерам, и они это знают. И вы знаете, выберите себе должность, менеджер или директор магазина, все равно вы будете покупать у себя в магазине. Даже продавцы, которые работают в супермаркетах, они же не идут в идентичный супермаркет покупать продукт аналогичный тому, который они продвигают. Мы покупаем у себя в магазине. Вот смотрите, такой красивый, да, магазин. У нас он в электронном виде. И компания идет нам навстречу. Компания делает все для нас, чтобы мы развивали этот бизнес, чтобы мы продвигали сайты компании, чтобы мы говорили людям о том, что в этом магазине выгодно делать покупки, в этом магазине очень качественный продукт, и мы делимся электронным каталогом. Очень часто, постоянно, не когда-нибудь, не как-нибудь, а мы делимся своим электронным каталогом со своего кабинета. Мы видим, да, что у нас соцсети указаны, и мы везде распространяем, делаем посты, и рассказываем людям о том, что я вот директор магазина, и он у меня открыт всегда, этот магазин. Потому что в этом магазине средства для ухода за кожей,
Здесь декоративная косметика, здесь шикарные аксессуары, продукты ухода за телом и волосами, парфюмерия, которую разрабатывают французские именитые парфюмеры, и продукты wellness, бесподобные продукты. Все то, что надо. Я рассказываю, почему я сменила магазин. Самое первое слоган «Твои мечты – наше вдохновение». Шведы о нас думают, основатели, шведы. Швеция – это о многом говорит. Это много значит. Это самая чистая страна. И мы были в Стокгольме, компания показывала нам родину Швеции. И мы с гордостью говорим о том, что наша компания, наши шведы все делают для нас. Это наши значки. Скажите, все обращали внимание, все гордятся значками нашими в начале каталога. Открываем, и мы видим вот эти значки, что наш продукт не тестируется на животных. Мы защищаем окружающую среду, мы сохраняем окружающую среду. Мы входим в ассоциацию прямых продаж. Бумага для каталогов, представьте себе, производится из возобновляемых лесных продуктов. И мы участвуем в благотворительности. Наша продукция сертифицирована. У нас много запатентованных продуктов и моментов. И мы об этом говорим с гордостью, и мы знаем, что мы продвигаем самый качественный продукт, самый лучший. Потому что наша красота, вдохновленная нашими мечтами, опыт в области ухода за кожей более 45 лет. Причины наши гордиться. 1000 качественных продуктов, созданных в Швеции. 400 новинок каждый год. Шведы для нас разрабатывают инновации и постоянное совершенствование продуктов. Собственный научно-исследовательский центр в компании и свой институт исследования кожи. Единственный. Больше нигде ни у кого нету. Мы продвигаем высококачественные продукты, которые легко рекомендуются. Очень легко. И с удовольствием пользуемся этим продуктом. Я пользуюсь этим продуктом, потому что этот продукт приняла королевская семья. Этот продукт приветствует королевская семья. И продвигая этот продукт, пользуясь этим продуктом, я участвую в благотворительности. Благотворительный фонд возглавила и основала королева Швеции Сильвия. Вы сейчас видите ее на экране. Это она приезжала в Украину к нам, в нашу страну, помогать нашим деткам. У нас есть уже свой у компании, свой благотворительный фонд. Мы покупаем продукт, и из каждого купленного нами продукта 1 гривна идет в помощь деткам, обездоленным Украины. И в АТО наша компания перечислила много денег сегодня. Потому что у нас вот случилась такая ситуация в стране. И мы легко об этом говорим людям. Посмотрите на эту очередь. Мы звоним своим друзьям и сообщаем, сегодня говорила Света о теплом рынке. Я полностью согласна. В первую очередь, не заморачивайтесь, не переживайте, где я буду брать людей. Проработайте свой теплый рынок. Что такое теплый рынок? Это люди, с которыми вы, которым вы говорите доброе утро или спокойной ночи. Это люди, с которыми вы общаетесь. Скажите своим знакомым, я сменила магазин и тебе хочу порекомендовать. Я экономлю время, я не стою в очередях. Я пользуюсь прекрасным продуктом. А что он прекрасный, вы это видите. Мы об этом говорим, и компания об этом тоже нам доводит информацию и показывает. Ассортимент широчайший. Когда-то, когда не было интернета, мы клеили вот такие постеры, делали сами. Мы вырезали картинки, мы писали плакаты. Помните, Света, Вера, мы в офисе вывешивали такие постеры,
для него отдельно. Смотрите, сколько мужчин нам надо. И здесь далеко не весь ассортимент нашей компании. Все чистят зубы, все купаются. Люди ухаживают за собой. А кто еще не ухаживает, мы научим. Сколько надо для нее продуктов? Посмотрите, еще больше, потому что женщины должны себя любить. Женщины должны себе нравиться в первую очередь. И, конечно же, наши детки. Смотрите, какой ассортимент. Неужели надо куда-то идти в какой-то магазин или в супермаркете покупать? Для наших детей искупаться. Наш спрей для волос бесподобный. У моей внучки шикарные косы. И этим спреем мы пользуемся. Она очень его любит. Я своих родственников приучила. Если вы не знаете, как родственникам помочь, не жадничайте. Я подарила своему племяннику зубную пасту. И теперь они покупают себе, своей малышке, зубную пасту, зубные щетки. Начните с этого, и будет вам товарооборот. А сейчас я хочу проверить на внимательность. Вот я показала слайды, 3 слайда подряд. Кто напишет, какой продукт есть на каждом слайде? Я подожду ответ. Кто очень внимательно смотрит презентацию? Какой продукт вы увидели на каждом слайде? Я жду. Вот, Галина Мазохина. Молодец! Молодец! Ты супер самому внимательному. Наш бочоночек, наши смягчающие средства. Это суперпродукт. Мы его обожаем. И однажды я приехала в Краматорск к Вере. Мы тогда сотрудничали со Светланой в офисе. И у нас обязательно есть продукты, любимые продукты. И тогда был бальзамчик от усталости. Шикарный, классный продукт. Я захожу в офис, я не успела, говорю, здравствуйте, вместо здравствуйте, Леша Закатянский бежит мне навстречу и говорит: Неля, что вы делаете со своими людьми? Эти бальзамчики заказывают по 10 штук, что вы делаете с ними? Я ошарашена такая смотрю, говорю: Леша, мы просто пользуемся. Ответ очень простой, мы просто пользуемся. Да, Света, наш смягчающее средство, наш бальзам шикарный, очень широкого спектра применения. И за эти годы мы проверили, как действует этот продукт. Его все любят, о нем надо рассказывать. Хотя бы начни с малого, получишь большое. Хотя бы об этом продукте, влюбитесь в него. Если вам не противопоказаны пчелопродукты, этот шикарный продукт с вытяжкой пчелиных сот, он не просто бальзамчик для губ, он не просто смягчает кутикулу, он не просто там от шероховатостей, он заживляет прекрасно раны. Мы его применяем вместо оксалиновой мази, мы в аптеке не покупаем оксалиновую мазь. Еще, дай бог, чтобы никому не пришлось, но чтобы вы знали, этот продукт бесподобно. Вот тот, который без запаха в розовой баночке, сейчас их много компания сделала, на все вкусы. Да, Юлия, и ноги, не только локти. Этот продукт рекомендую всем, потому что испытала на себе. Человеку после операции в реанимации нельзя пить. И сильно пересыхают губы. Вот этот наш бальзамчик, шикарный, классный, маленький, манюсенький, он спасает, он избавляет от мучений лишних в реанимации человеку мазать губки. Тогда не хочется пить, ты забываешь, что ты хочешь пить, и снимается много проблем, убирается.
Ну, не буду о грустном. Шикарный продукт. Рекомендуйте всем. У меня на кухне он обязательно, потому что может что-то брызнуть на руку, может прикоснуться к горячему. Он у меня всегда под рукой. Он в кармане у каждого моего члена семьи. Моя внучка очень любит этот бальзамчик с ароматом розы, розочку нашу. И обмазалась вся, вот с ног до головы. Вот так она его любит. Она просто вымазала эту баночку. Но поверьте, очень надолго хватает. Да, и в стоматологии, и в перманентном макияже очень применяют. Сейчас татуаж модный. Ну, это дело каждого, но применяют действительно очень бесподобный продукт. Да, везде, везде хороший, классный продукт. И мы... Вот, в бардачке. Отлично. Так как у меня у всех мужчин, всем рекомендую, если не покупают, дарю мужское мыло, чтобы было всегда под рукой, и они потом начинают влюбляются в него и покупают всегда это мужское мыло. Так, и снова не хочет мой слайд меняться. Что же у меня тут? Я прошу прощения. Так. Слайдик. Не приходит ко мне слайд. Не хочет. Дальше у нас слайд о каталогах. Мы поговорим о том, что же мы можем получить от нашего магазина под названием каталог. Будь он электронный, будь он неэлектронный, я советую, откуда я беру товарооборот, откуда я делаю. Ну, я вам скажу потом, сейчас мне легко делать товарооборот, делать свои 200 баллов мне очень легко. Мы сегодня никого не заставляем делать 150-200 баллов. Каждый делает выбор сам, сколько он будет покупать и сколько может. Я вам по секрету скажу, что когда я пришла в компанию Oriflame, я не могла делать много баллов, но я их делала с первого дня. Почему? Ну, мне сказали, что есть вот такая вот программа. И я брала каталоги, шла к людям, показывала, рассказывала. У меня, поверьте, не было денег купить себе продукт. Первое, на что я заработала, стыдно это, не стыдно, хорошо это, нехорошо рассказывать. Но я всегда говорю, я заработала себе на калькулятор в Oriflame. Потому что тогда в условных единицах у нас каталоги были. И я не зарабатывала, и звезд с небес я здесь сразу не снимала. Много не зарабатывала. Но у меня была цель заработать. У меня некому было, не у кого было взять денег на этот продукт. У меня некому было меня спонсировать, а у меня было двое деток. И мне надо было их чем-то кормить. Мы переселились в однокомнатную квартиру с одним диваном на троих, без холодильника. И мне надо было что-то делать. Поэтому я не говорила, что это не мое, это не для меня, я так не смогу. А я думала, кому я понесу этот каталог. И я показывала каталог и говорила, я куплю себе вот это, я буду пользоваться вот этим продуктом, а мне вот это нравится, а мне вот это хочется. Все, что я могла рассказать своим клиентам. Потому что у меня была цель, я пришла сюда зарабатывать. Да. Стыдно быть бедным. И я всегда знала, что я бедной не буду, и мои дети тоже. Были разные времена, но сегодня изменилась жизнь. Буду пробовать листать слайд. Не хочет. Поэтому... Я рекомендую каждому осмыслить, зачем вы сюда пришли. Если вы пришли деньги зарабатывать, то мы здесь создаем товарооборот. А товарооборот надо начинать с себя. И мы говорим людям,
что есть вот такая вот возможность, есть стартовая программа. Компания подготовила для нас очень много программ, очень много подарков. Поддержка со стороны компании грандиозная, очень грандиозная. И стартовая программа есть для Украины, вы видите, одна, для России другая. Но она есть, и есть возможность получать шикарные подарки от компании. Есть возможность начать зарабатывать. Программа акций постоянно компания нам присылает, делает рассылку, и мы получаем, какие акции, какие подарки в этом каталоге приготовила нам компания. И что наша, в чем наша задача? Мы должны донести эту информацию людям. Мы должны показать людям, что нам предлагает компания Oriflame. Активно участвуйте в этих акциях, получайте удовольствие от подарков, и вы не заметите, как вы получите хороший товарооборот. Не напрягайтесь, легко все делайте. Помогайте людям. Будьте к людям добрее. Я акции пролистала, да? Вот, появились у меня акции, вот смотрите. Какие классные акции, да? Сегодня, во-первых, сегодня 4 число. Не забудьте, что вы еще можете успеть воспользоваться распродажей. У нас сегодня в Украине заканчивается распродажа. Классная, шикарная распродажа. Помните, если еще кому-то вы не сообщили, что в этом каталоге, только в этом каталоге, всем старичкам можно вступить в стартовую программу, в новую. И получить экономию 4000 гривен. Разве это не классно? Это классно. Благодарю, Татьяна. Да, и в России не прозевайте наши подарки и сюрпризы от компании Oriflame. Пользуйтесь. Смотрите, какие акции в каталоге. За что можно получить скидку, за что можно получить подарок. Все продвигаем. У нас информационно-маркетинговые услуги. Мы людям рассказываем. Мы не закупаем товар, мы не перепродаем товар. Мы двигаем информацию. Мы рекламируем шикарный, классный сайт компании Oriflame. Что же нам дают 150 баллов? Это четвертый шаг стартовой программы. Мы видим, что в стартовой программе четвертый шаг – это 150 баллов. И поверьте, с таким ассортиментом, с вашим правильным решением пользоваться этим продуктом, вам несложно будет делать 150 баллов. Это первая ступень лестницы успеха. В Украине это 6%, в России, Казахстане, в Беларуси это 3%. Это условия начисления и получения объемной скидки за личный и командный товарооборот. 150 баллов говорит о том, что вы стали участником программы «Бизнес-класс». 150 баллов вам дают право получить 50% скидку на любимый продукт из каталога. Естественно, вы пользуетесь эксклюзивным каталогом бизнес-класса. Это льготный набор из 5 каталогов. Я рекомендую вам пользоваться льготным набором из 5 каталогов. Покупайте, это ваш вклад в бизнес. Просто представьте себе, люди на рынке, сколько денег вкладывают в бизнес свой. Хозяева магазинов, сколько денег вкладывают в раскрутку, в развитие своего бизнеса. Не стесняйтесь купить себе 5 каталогов, потому что у вас есть родственники, есть знакомые, с которыми вы видитесь. Дайте им полистать каталог. И у вас будет оборот обязательно, у вас будут баллы, потому что не все захотят регистрироваться в компанию Oriflame.
150 баллов дает право на бесплатную доставку заказов на СПО при оформлении заказа на от 449 гривен в Украине. Это возможно сделать предварительный заказ онлайн. И еще мы можем купить новинки, представьте, новинки следующего каталога за 2 недели до начала нового каталога. И самый шикарный продукт нашей компании – это наш маркетинг-план. Так, я уже пролистала маркетинг-план, вижу, вот он. Вернемся. Это план успеха Oriflame. Это самый шикарный и самый дорогостоящий продукт. Мы его продвигаем, мы смотрим на этот маркетинг-план и выбираем для себя. Или мы будем 20% экономить, или нас интересует доходы европейского уровня, а может быть, интересуют путешествия, конференции, ездить за границу. Изучите этот продукт и продавайте его дорого. Продвигайте. Хотя мы и работаем без продаж, но этот продукт надо продавать. Надо рекомендовать. Надо самим изучить и показывать этот продукт. Вот посмотрим, давайте, маркетинг-план в цифрах в Белоруссии. 3% это 200 баллов. Научились делать себе покупки для своей семьи, для своих родственников, показали близким каталог, выбрали продукцию. Не стесняйтесь говорить своей родне, чтобы перестали ходить покупать тот продукт, который есть в вашем магазине, по супермаркетам и по рынкам. Просто скажите по-свойски, по-родственному. Директоров возросли на 26%. Доходы сапфировых директоров возросли на 20%. А что изменилось в нашей стране? Развивайте ваш бизнес. Действительно измените вашу жизнь. Постройте успешную карьеру. Станьте независимым лидером Oriflame. И помогайте вашей команде развивать и строить свои собственные команды. В нашем бизнес-проекте вы это сделаете легко. Наша школа новичка вам в помощь в бизнес-проекте новой эпохи. С понедельника по пятницу у нас ежедневные бесплатные вебинары. Вечером мы начинаем в 18 вебинар и в 20. Бывают закрытые вебинары. Ссылки найдете в чатах и группах нашего проекта. Обратитесь к своим спонсорам. Обязательно ваши спонсоры дадут вам ссылки эти. Делитесь информацией. Подключайте новых людей. Обязательно придерживайтесь всех правил. На днях мне звонила женщина, просилась ко мне в проект. Но когда я узнала, что она зарегистрирована в Oriflame, я ей культурно отказала, потому что есть правила, есть кодекс. Мы помогаем своим партнерам подниматься по карьерной лестнице. И делаем это легко. Мы очень вас любим. Приходите на наши вебинары, приглашайте своих друзей, своих знакомых, своих партнеров. Делитесь этой информацией. Как говорит мне моя мама, ей 78 лет. Она говорит, рассказывай, Неля, рассказывай, люди не знают. И мы это делаем. И рассказываем, рассказываем в интернет, рассказываем на Яву, делимся этой информацией, двигайте рекламу нашей шикарной, классной компании и нашего качественного, прекрасного продукта.
И сейчас я поделюсь все-таки с вами, как я легко сейчас делаю товарооборот личный. Я обожаю wellness. Я 5 лет принимаю wellness. Вот представьте, можете сами посчитать, сколько баллов делаю я в личном товарообороте. Wellness Pack принимаю я. Wellness Pack принимает моя мама, 78 лет. Wellness Pack пьют мои двое сыновей. Омегу и детские витамины принимает моя внучка. Как вы думаете, получается у меня 200 баллов? А в тот каталог, когда я получаю четвертый продукт в подарок, вот в тот каталог я делаю покупки себе продуктов необходимости, которые имеют свойство заканчиваться. Продукт заканчивается, и мы покупаем снова. Это бесконечный процесс, классный, который приносит удовольствие. И я желаю вам, чтобы вы получали от жизни удовольствие. С нашим проектом, с нашими наставниками вы этим обеспечены. Я желаю вам успехов. Делайте выбор. Не останавливайтесь и будьте самыми успешными. Будем встречаться на международных конференциях. Будем получать массу удовольствия. И будем счастливыми людьми. Я вас люблю.